Специалисты МЧС России в этом году подготовили 500 волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Совместные учения прошли в нескольких регионах страны, в том числе и в Приангарье. Завершающие сборы состоялись накануне в Калининградской области. Три дня добровольцы из 30 субъектов получали теоретические знания от сотрудников МЧС и обменивались опытом. Все закрепили на практике. В лесной местности предстояло найти пострадавших. Поиски пятерых условно потерявшихся были сопряжены с трудностями рельефа, незнакомой местностью и особенностями полученных условных травм. Сильный ветер и ливень не помешали справиться с поставленными задачами.